Добрый день, дорогие друзья. Очередной проект. На данном объекте, на данном проекте заказчики решили разделить фирмы, которые будут делать мебель, и делегировать часть одним, часть другим. По этой комнате, по что мы здесь видим, моя задача была организовать вот эту вот светопрозрачную перегородку. Сделал я ее из ДСП. Также договорились, что сделаю подсветку. Получилось вкусно, интересно, достойно. Что мы здесь видим? Здесь есть широкая рейка 32 мм на 60 мм. Вот, со всех сторон аккуратно сделанная, разграничила и организовала свои две отдельные мини-зоны. Подсветка. Был вывод у меня 220 из стены. Необходимо было где-то спрятать трансформатор понижающий и разводку. Разводку сделали по верхней рейке. Трансформатор решили организовать в такую мини-коробочку. Дальше по этой комнатке видим кровати. Сейчас тоже такие популярные кровати. Если необходимо, тоже обращайтесь. Также красиво, хорошо сделаем. Спасибо.